Шеф-повар из Ярославля отправляется покорять Кипр. Александр Сахаров в составе делегации из России примет участие в гала-ужине от российских поваров. В течение недели команда лучших кулинаров нашей страны будет готовить свои фирменные блюда и представит их на суд ценителей из разных стран. Дарья Крот рассказывает. Маринованная свекла, острый творог и черная икра. Звучит необычно, но если добавить крошку из кориандра, получится идеальное сочетание. Александр Сахаров уверен, главное – правильно приготовить. Свеклу нужно не переварить, это первое. Ее нужно мариновать сутки в маринаде из черной смородины и красного вина. Сервируя холодную закуску, повар одновременно жарит утку. Она станет фирменным горячим. Все блюда шеф-повар из Ярославля придумал самостоятельно, путем долгих экспериментов. А традиционного секретного ингредиента ни одно из них не содержит. Тут секретное все. Ингредиенты действительно необычные. Маринованные в вине яблоки, огурец в укропном соусе. Дополняет все это попкорн из крупы киноа и цветы. Но самое сложное – правильно приготовить мясо. Самое главное – не пересушить утку и не переборщить с соусами и со специями. А главное блюдо – пряный кабан. Его Александр дополнил традиционными ярославскими яр-ушками. Правда, немного пофантазировал, и внутри оказалась совсем не рыба. Там внутри жидкая петрушка, мы на разрезе увидим, что она будет вытекать и создавать некий баланс соуса. Работать в высоком темпе Александр привык. Его главная мечта – стать шеф-поваром – осуществилась 11 лет назад. С тех пор он постоянно экспериментирует. Ингредиенты, которые сложно представить в одной тарелке, в его руках превращаются в авторские блюда. Но правда только на работе. Мне иногда с утра хочется приготовить себе просто бутерброд. Иногда хочется для себя приготовить просто макароны. Любовь к простоте Александр выразил в своем десерте. Обычный пряник и груша в последний момент заливаются иван-чаем. Все это любители национальной кухни из разных стран оценят во время фестиваля на Кипре. С такими необычными блюдами наш город будет представлен достойно. В этом уверены Дарья Крот, Михаил Орлов. Новости города.